Добрый день! Этот ролик снят специально для сайта repetit.ru. Меня зовут Лилия Петровна. Я учитель начальных классов. Я проработала в школе 20 лет, имею первую квалификационную категорию. Сейчас я постоянно занимаюсь своим самообразованием и теперь уже занимаюсь с детками индивидуально. Я учу детей с первого класса. Сначала плавно и быстро читать. Правильно держать ручку, красиво выводить буквы. Потом мы учимся работать с текстом. Я учу их правильно писать изложения, писать красивые сочинения, отвечать на вопросы, находить основную мысль в текстах. Мы большое внимание уделяем работе с орфограммами. Мы учимся подбирать проверочные слова. Мы готовимся к диктантам. Мы много уделяем внимания математике. Я учу детей решать задачи разными способами, находить нестандартные решения. Мы учимся решать уравнения. Я готовлю детей к всероссийским проверочным работам, к контрольным итоговым работам. И меня очень радует, когда проходит какое-то время, когда я уже выпустила своих учеников, родители до сих пор мне пишут и хвалятся результатами. Они хвалятся тем, что наконец-то ребенок выходит к доске и легко решает задачи. Наконец-то по контрольным работам он стал получать четверки или пятерки. Наконец-то итоговая отметка по какому-то предмету у него повысилась. Вот это очень радует. Радует, когда дети начинают хотеть ходить в школу, когда они начинают хотеть учиться, когда они снова загораются. Не бывает неуспешных детей, бывают просто какие-то пробелы. И очень важно эти пробелы найти вовремя, над ними поработать и замотивировать ребенка, замотивировать на получение новых знаний и на то, чтобы он сумел применять эти знания на практике.